Мы выезжаем в набережную Челны. В набережных Челнах. Здесь ни разу не была. Один раз была. Дома в ширину, а не в длину. Кстати говоря, интересный факт. Набережные Челны – это единственный город в России, в котором не улицы, а комплексы. Знаете, как набережные Челны по-татарски? Яр-Шалы. Мы нашли интересное место в Челнах – русский драматический театр. Молодой человек, можно познакомиться? Особенности набережной Челны мне очень нравятся с тем, что здесь очень много зелени и лес. Это моя! Сейчас мы идем. I will cry.